Координаторы органов ТОС наводят порядок в микрорайоне Южный. Вывезли старые заброшенные гаражи из двора дома номер 6 по улице Крылова. Специалисты управления муниципального контроля предупредили собственников оставшихся гаражей. Ржавые конструкции нужно покрасить, вокруг посадить деревья. В летнее время приезжает очень большое количество отдыхающих, а поставить во дворах машины негде. Поэтому неплохо было бы, чтобы там сделали и организовали платную стоянку. Владельцам гаражей необходимо их ликвидировать самостоятельно. Дали им определенный срок. Если в течение этого срока гаражи не будут убраны, то, естественно, придется обращаться в управление муниципального контроля, которые вывезут эти гаражи. Мы хотим, чтобы с нашей красивой ореховой рощей тоже этот был очень красивый какой-нибудь организованный уголок.